Движение электричек приостановлено в Подмосковье из-за аварии на участке Болшево-Зеленый Бор. Это ярославское направление. Электрички из Москвы доезжают до Болшево и возвращаются в столицу. Ну а поезда, следующие от Фрязино, не едут дальше станции Зеленый Бор и поворачивают обратно. Авария произошла около 6:20 утра. В Подмосковье электричка протаранила КАМАЗ. Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Пушкинском районе. Электричка ехала из Фрязино в столицу. Из-за происшествия движение на путях в сторону Москвы, напомню, приостановлено. Никто, к счастью, не пострадал.